Добрый день, господа. Я немного приболел, но тем не менее СГМ на ваших экранах. Остановились мы здесь и стартанем с того, что я просто бегал и нашел СГМ тайник. Я так и знал, что тут что-то запрятано. Возможно, даже еще один какой-нибудь тайник найду. И тут у нас гроза с емкостью и отдачей. Вау. И куча медицины. Да, это определенно того стоило. Попробую сейчас еще, конечно, тайнички поискать. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли найду. Хотя все может быть верно. Еще у меня переезд теперь из-за этой грозы, блин, бегать не могу нормально. Ну нет, похоже, тут ничего не будет. Ладно, что у меня по дроби? Дроби мало, значит, в рыжий лес я сейчас не пойду. Потому что сказали, все, что там нужно будет делать, это гасить мутантов. К этому я не совсем готов. Да и есть дела у меня другие некоторые. Капец, и мне в таком состоянии теперь ползти обратно? Жесть. Но мне нужно как-то килограмм скинуть. А вот так, все, придумал. Теперь с бесконечной выносливостью я могу валить отсюда. Опа, GPS-проводник совершенно случайно нашел. Слушай, давай попробуем его использовать. Все равно, чтобы мне получить ачивку, мне же нужно использовать эти GPS-проводники, верно? И сейчас я не против был бы воспользоваться одним и телепортироваться вот сюда, например. Опа, готово. Пойдем к Азоту, сдадим ему рацию. Притравливаю тебе рацию, держи. Отлично, теперь ожидай, буду собирать. За работу возьму по-божески 5000. Понял, договорились. Так, я нашел документ, в нем говорится про путь в Припять. Далее, бывай. Все. Бывай! Найти костюм и поговорить с Зулусом. Но это все потом. Чем я могу сейчас заняться? Получить награду за сканеры, наверное. Так, ломать мясо и колобок. У меня пока таких артефактов нету. Верно, верно. Давай-ка я пока сложу все сюда. Продавать ничего не буду. Это тоже все сюда для коллекции. Сумку использую. Так, в туннелях карлики мутанты жили, уже не живут. Это бюреры, наверное. Не зря народ на Янове так переполошился. В общем, если я тебя правильно понял, бюреров больше нет. Значит, награда твоя. Тактика ведения боя АС-вал и 5000. Ну и тайнички всякие. Работа. Возьмусь. Так, теперь уничтожить группу снорков. Сделаем. Тактику ведения боя я изучил. Теперь я хочу. Подходи, брат, у меня купить как у тебя. Так, это галеты, подожди. Купить у тебя батарейки для детектора. А у тебя таких нету, да? Замечательно просто. Ладно, я по делу. А, точно. Меня же чел просил подойти, когда стемнеет. Я и забыл про это. Погиба. Давай поспим. Диверсия альфы. Оплатить заказ еще у нас обновилось задание. Ну, деньги у меня вроде как на это дело есть. Но что ты там хотел? Молодец, ты таки пришел. Ну что, поможешь мне? Выкладывай. Отлично, теперь слушай. Тут неподалеку, около карьера, по ночам какие-то братки шастают. Причем проверить, что за братва, никак. Они там забаррикадировались по-серьезному и отстреливаются из каких-то старых винтовок. Но убойных. С одного выстрела сталкеров кладут. Нужно, чтобы ты отправился на карьер и убрал гадов. А не то, они наших парней так и будут безнаказанно отстреливать. Хорошо, я возьмусь. Ну, тогда пожелаю тебе удачи, будь там поаккуратнее, хорошо? Обязательно. Отлично, теперь ты. Ну что, сканер готов? Да, оплачивай теперь, 5000, возьми. Замечательно, вот твой сканер и инструменты по работе со взрывчаткой. Будет нужна еще помощь, обращайся, удачи. Так, дальше что делать по этому заданию? Обследовать все заселенные пункты Юпитера и Затона. А как это делать? Так, инструменты для работы со взрывчаткой. Низкочастотный сканер. Радиус поиска 50 метров. Угу. Опа, а вот что-то обнаружил я тут, да? Какая-то метка появилась, взрывчатка. Где? В раковине? Или здесь? Вот оно что. Обезвредил. Все. Янов спасен. Благодарить меня. Ну, пойдем в карьер. Отстреляем бандитов. Сначала я куплю дроби. И знаете что? Пойду я, наверное, сегодня к рассветовцам. Потому что я хочу уже побыстрее их экзокелет получить. Это во-первых. А во-вторых, ну, я надеюсь, ничего страшного не будет, что я одновременно, ну, как бы начал квест за бандитов, да, но не сделал и пошел пока к рассвету. Надеюсь, ничего не отменится, ничего не сломается. Я из рассвета потом выйду. Обязательно, а почему долго сам плевать на то, что меня грызут здесь? Оружие за спину. Да-да, конечно. Ночные снайперы ликвидируют стрелков. Задание обновилось. Это хорошо, но... Так, вот тайник. Ну такой, дерьмовенький. Мне это не надо. А, я умер, нихера себе. Это уже с карьеры по мне так палят или что? Да, это уже с карьеры шмаляют. Мне бы, конечно, тоже по-хорошему на них с СВУ выйти, но... Что-то я решил оставить СВУ. Ладно, и так справлюсь. Блин, ну... Почти. Все, вырубил. Ну там еще челы. Минус. Все, вроде убил. Но задание все еще не завершено. Так, это кто там? Не знаю. Ну, этот стоит ему чисто похер. Где еще один? Хрен его знает, придется залазить. Если он сам выходить не хочет, то мы и не будем заставлять. Да где ты там? Хавай гранату, падла. Я еще и пройти не мог только что. Где ты? Кто ты? Внизу, похоже, где-то. Ты мне на секунду невидимым показался. И это еще не все. Так, я слышал выстрел со СВУ. Похоже, где-то на холме.
Вот это, видимо, их главное, я не знаю, он в их скелете. И просто так его не убить. А, догнать беглеца, вот в чем прикол. А что, реально надо догонять или чисто бежать? По-моему, за ним просто нужно бежать, насколько я помню. Стрелять в него бесполезно. Да, я помню этот дурацкий маршрут, он сейчас вниз побежит. Это что такое? Это кто? Не знаю, по кому не стреляют. Вроде по мутантам. Так, ну он бежит как раз туда, куда я хотел сегодня заглянуть. По-моему, за мной кто-то есть. Тебе что надо, я не понял. Так, ну толпа тушканов сейчас разделается с ним. Тут еще какой-то бандит лежит. Ладно. А, нет, убить все-таки. Ха, ладно. Может, его сразу мог убить, не обязательно было сюда бежать. Так, ну говорили, что тут в кустах рядом есть какой-то тайник, я не знаю. Что-то я смотрю в эти кусты и ничего не вижу интересного. Вообще ничего не вижу. Либо у этого тайника несколько вариантов спавна, либо меня обманули, я не знаю. Да и ладно, в принципе, я не сильно на него рассчитывал. Что тут, вернуться к неону? Еще и к зверобою нужно будет, да? Тут еще и первая группа снорков, там еще будет и вторая, и десятая. Ладно, давай вернемся на янов, а там посмотрим. Ну что, выполнил мое задание. Да, винтовки у них и правда мощные, а вот защита слабовата. Весь экскаватор теперь в мозгах. Вот молодец, хлопнул гадов, спасибо тебе. Теперь не буду долбать наших туристов, особенно выпивших. Ладно, с меня причитается. Ну, ты щедрый, я теперь янов куплю, наверное, бывай. Ну, все, наверное. Че за костюм, экскалит долгой свободы продают. Так, дай мне вот это вот всего. Finally. Детектор могу использовать. Так, что дальше? Дальше к зверобою заглянем. Я готов идти на химеру. Если у меня еще какая-нибудь работа? Нет, все. Так, химера тут, снорки тут. К Зулусу потом зайдем. Пьянки эти всякие ваши подождут. Пойдем пока что в бункер. Посмотрим, что там. Ой, мужики, я случайно на вас вышел. Не стреляйте, пожалуйста. Так, тут тоже бомба есть, судя по метке на карте. Ну да, я даже не знаю, как ее так заложили беспалевно. Причем, чтобы вы не увидели. И как вы ее даже сейчас не увидели, когда она просто лежит здесь. Я могу подыскать вам новую охрану. Было бы неплохо, в зоне всегда неспокойно. Поговори на эту тему с Германом, он здесь за старшего. Хорошо. Здорово. Я установил сканеры. Так, какие результаты? Я поищу эту аномалию. Хорошо. Что случилось с вашей охраной? Я мог подобрать новую охрану, договорились. Так. Не помню, кого мне надо сейчас выбрать, чтобы было равновесие. Но я думаю, мы этим потом займемся. Я нашел документы на заводе Юпитер. Ага, ученый все отдал. Есть информация от сканеров, которую я разместил. Так, да, приборы показывают, что там есть артефакты. Я подумаю, участие в исследованиях. Давай, пойдем, проведем замеры. Работать на ученых выгодно, потому что потом они мне загрейдят мой детектор, и он будет еще круче. Так, готов проводить замеры в аномалиях? Если будешь прикрывать, то всегда готов. В какой аномалии отправляемся? Пойдем к плавням. Вот это замеры. Хорошее начало. Ненавижу этот квест, если честно. Он максимально унылый. А, мы дух уже потеряли. Класс. Но я не виноват. Зомби тут заспавнились таким образом. Что поделать? Как он вообще сдохнуть умудрился? Замер пошел! Такие же жирные кабаны, да? Ладно, давай еще раз попробуем отгрузиться. Все-таки мне не дает покоя смерть духа. Не хотелось бы, чтобы кто-то погибал из этой группы. Все? Все живы-здоровы? Все свободны. Вроде все живы-здоровы. Все четверо. Трупы только зомбированных, верно? Верно. Все, прикрываем. Замер пошел! О, с ПНВ, кстати, видно намного лучше, реально. О, бегут, бегут. Куда бежим? Да, прикрываю, что ты ноешь-то? Ага, еще бегут. Куда бежим? Да здесь я! Закрой рот свой! Давай быстрее дрочи свой детектор там. О, кстати, тут же артефакты, чё я туплю? Сканирование электромагнитного поля закончено! Опа, опа, все. Теперь снова охранять. Ну, пока чисто, никого не вижу. О, приперлись. Где еще одна плоть? Была же. Засало, как обычно. Хорошо, что на вторых замерах мне пригодится автомат, а не дробовик. Уж как я сказал, дроби у меня почти не осталось. Еще чуть-чуть! С измерением торсионного поля почти все. Хоть к чертовой бабушке, но выбираться. Да-да, сейчас выберемся. Замеры готовы, двигаем дальше. Теперь пепелище. Или пепелище, неважно. Так, что здесь? Зомби будут сразу? Не знаю, вроде нету. Вообще, я бы, знаете, что сейчас сделал? Во-первых, как дебил побежал бы за артефактами, пока они замеры делают. Во-вторых, сходил бы к беспилотнику. Опа. Так, беспилотник, это нам сюда. Быстренько забрал бы тут прикольчик и все. Чтобы потом сюда не возвращаться никогда. Опа, все. Модуль памяти заблокирован и есть. Помню, как в конце 2016 года на серьезных щах снимал видео про этот квест. Думаю, что о нем никто не знает. Ой, выжить бы. Друзья, вы главное живите. Ясно. Мне бы выжить. О нет, что я сделал? Я принял аптечку. Да твою ж мать, ты где? Да здесь я. А, кто умер, змей на этот раз? Да вы запарили дохнуть.
Принимаю удар на себя. Да он сдох опять. Ты еще дурной. Или он уже мертвый, когда я загружаюсь? Нет, живой. Да, блин, ну как? Что мне делать здесь? Я не знаю. Говно ситуация. Еще эта пауза, когда ты загружаешься и не можешь достать ствол. Она раздражает. Она все руинит. Просто дерьмо. Дерьмо дьявола, как говорится. Ты жив? Ты мертв, блин. Да как? Или ты... Если я сейчас загружусь, короче, я просто сейчас загружусь, посмотрю, жив он сразу или нет. Если мертв, мне насрать на него. Просто... Он мертв. Ну и черт с тобой. Эй, я не здесь, выручай! Взрывающийся бандит. Какая-то супер жесткая пальба. Ай, сраный ты змей. Зачем ты сдох, скажи? Херово, но... Я просто первый раз переиграл, потому что я не помню, влияет ли их смерти на что-то или нет. Надеюсь, что нет. Че, где еще? Не видно никого. Поле закончено. Игра свернулась только что с нихера. Жесть, у меня, кстати, скат, точнее, Булат умер, обугленная аномалия. Еще чуть-чуть. С измерением торсионного поля почти все. Наконец-то. Самый унылый квест закончился. Это было прикольно проходить в детстве, в Зою Припяти. Но когда ты 500-тысячный раз проходишь этот квест, на нем спать хочется. Так, я по поводу моего участия в исследованиях. Я говорю насчет расстановки сканеров. Опять сканеры ставить. Так, вы получили результаты. Все. Детектор Велес зачем-то дал. Ну и вроде бы все, да? Хочешь артефакты? Они тебя не хотят. Хи. Получен достижение научный сотрудник. Вы так долго работали с учеными, что вполне заслуживаете звание научного сотрудника. Теперь все обитатели сельского бункера относятся к вам как к своему. Разглядев вас ценного помощника, профессор Ген предлагает вам медикаменты и оборудование, предназначенные только для персонала бункера. По себестоимости новиков настолько к вам привык, что дело модификации требует оплату только за расходные материалы. Вот так вот. Ку. Я должен получить сканеры. Какие модификации? Так, модуль памяти нет. Давайте мы разблокируем у Азота, чтобы там Сенька побегал, херней пострадал. Так, ты что? Ты иди к черту. У тебя я все уже взял. Вас, к сожалению, стало на одного меньше, но что поделать? А, так. О, СГМ тайник тут где-то, подожди. На крыше, что ли? Не, вряд ли на крыше, скорее всего, в сортире, где торгаш стоит. Ку, пропусти, пожалуйста. Опа. Мастерский залез, вот он. Здесь у нас ящик с боеприпасами, с медикаментами, ну и так по мелочи. Так, друг, выпустишь, мэн? Ты серьезно? Я тебя сейчас буду двигать этим ящиком, ты понял? Опа, изи, обусти, пока не пофиксили. Используем. Зря я починился, мне жирный набор дали, ну ладно. Вложил денег в бункер, скажем так. Можно пойти теперь по мутантам, почему бы и нет. А, у меня дроби не осталось. Хе-хе, неплохо. Ладно, продержусь как-нибудь. Так, а где еще? Или это не те снорки? Ладно, это все-таки те. Так, второе скопление мутантов. Где? Далековато. Пойдем на химеру пока что. А, сканеры еще ставить, точно. А где мне их поставить? Наверху в основном. Так, у меня, кстати, оказывается, была тактика ведения боя для отбойника, а я почему-то ее не использовал. О, а тут же ученые. И химерка тут как тут. Интересно получается. А вы же бессмертный, да? Ладно. Вот мы и выяснили. Все. А, они мне врагами стали. Почему? Видимо, я случайно кого-то из них задел. В этот раз двоих потеряли, но зато я не попал по ученым. Пришлось отказаться от протекты на время боя, потому что я могу их спокойно зацепить. Но они же вроде больше по квестам не нужны, чилят здесь, ну и пусть чилят. А то, что убили их, ну, это уже на совести химеры. Так, что там, опять танцующие зомби? Похоже на то. Хочу глянуть тайничок здесь. Вот оно. Ну, такое. Ой-ой-ой, здоровья нет, радиация, психоделин нужно. Все нужно. Блин, спасибо. Ох, нифига, сколько у меня тут меток. Так, давай-ка воспользуемся GPS-проводником. Нужно же их потихонечку расходовать, верно? А сколько там нужно для достижения? Я не помню. Где мой КПК? Вот он. До стяги. 12 нужно. Я использовал только 2, еще третий у меня есть. Возьмем награду за химеру. Химера мертва. 10 тысяч и хищник. Я теперь еще и охотник на мутантов. Хищник мне не нужен, спасибо. Лишнее поскидываем. А что такое? А, кевларовая пластина второго уровня. Плюс 9 пулестойкости. Пусть полежит. Велесы, наверное, с собой буду таскать. Они мне особо не мешают, да? Ну и вроде бы все. Смотрим, комплекты скину. Пойдем дальше. На градирне сейчас для начала поставим. Найти выход. Просим помощи. Припасы почти... Да, это я без монетизации. Ну, кстати, из хороших новостей, на вчерашние два ролика внезапно накинули монетизацию, хотя ее не было сначала, а я сегодня утром проснулся, появилось. Чудо. Но если бы YouTube хотя бы так меня будет
прощать, скажем так, да, хотя бы раз в недельку на пару роликов, то жить можно. Так, что-то вообще куда-то не туда пошел, да? Так, и где ставить? Почему показывает куда-то выше? По-моему, же вообще где-то тут ставить, не? Я просто не помню, где ставить сканер. А-а-а, просканировать местность улучшенным детектором, это не поставить сканер. Во, дурак, сори, затупил. Я-то думаю, что за херня, что от меня хотят? Так, где этот гребаный артефакт? А, вот он. Жить. Выживать. Опа, найс. Сканер на месте. Тут мне уже показывают, кто главнокомандующий, кто не главнокомандующий. Но к рассвету... Блин, я все хочу заглянуть к рассвету. И не заглядываю. В следующей серии заглянем. Пока что не до них. Что это такое? Ой, проклятый отряд Альфа. Отвалите от меня, пожалуйста. Я болею. Тайничок подобрал с ЛР-кой. ЛР-ку выброшу, а вот патроны мне пригодятся. Че, вы тоже замеры делаете, да? С камеры я установил. Пойдем теперь с мутантами разберемся. Вроде дроби, пока я тут бегал, убивал зомби, чуть-чуть я поднабрал. Возможно, даже еще сейчас наберу. Нет, зомби с дробовиками тут не было. Интересно, сколько я уже электронных денег всего нашел? Статистика. Так, подобранных денег с трупов почти 10 тысяч. Прикольно. Слышу снорков впереди. Интересно, это квестовые? Ну, скорее всего. Не, ну теперь протекта, ну либо снорки и раньше ложились с протекты очень жестко. Но, по-моему, сейчас намного жестче стало. Третья точка от тварей. Ага, то есть вот эти снорки, их не надо убивать, да? Но я не против. Где третья точка, подожди. Ага, далековато. Воспользуюсь GPS-проводником. Последним, к сожалению. О, а тут уже мутант поинтереснее, конечно. И на него мне точно не хватит протекты. Несмотря на ее хороший урон. Но придется сейчас Сига расстреливать, я не знаю. Куда ты своих подсосов-то с собой зовешь? Мужик, не надо. Не знаю, сколько я патронов изведу. Но явно много. Ученые, помогите. Они, наверное, думают, ну что за тварь? Сначала натравил на нас химеру, теперь псевдыча. Этому насрать, он стоит, свой детектор теребит. А вот теперь не насрать. Ну все, сложился. Жалко его, но с ученым я быстрее убью. На самом деле, мне просто некуда больше отступать. О, соболезную, мужик. Ну, главный, наверное, бессмертный. Нет. А тут никто не бессмертный, скорее всего, потому что я квест завершил. Хотя, возможно, и во время квеста они не были бессмертные. И мне просто повезло. Да, кто скажет, почему ты ему не помог, почему не стрелял в псевдогиганта в это время? Боюсь. Когда они вот так вот стоят, блин, и рядом псевдочи, боюсь промахнуться, я не стану тут врагами. Но, походу, сейчас тут умрут все, и некому больше будет становиться мне врагом. А, не, вот это вот, по-моему, главный. Так, не знаю, вроде я не задел его. Но, челы, хватит. Боже, я не знаю, уже... У меня уже, смотри, сколько полосок отбавилось. Мне кажется, проще будет сделать вот так. Он все-таки мертв. Жесть! Ему, видимо, хп накрутили, чтобы он не сдох сразу. Ну, нормально так продержался. Ого, на этом сейве ты все еще жив. Он умер. А, тихо. Я не знаю, мужик, мы, походу, с тобой трупы. Ну, ты точно труп, я не знаю. О, но он уже ползет, мы должны завершить начатое. Челик. Все, он погиб смертью храбрых, и я тут же убил псевдоча. Жесть. Ценой жизни ученых мы смогли победить псевдогиганта. Твою мать просто. Какой же он жирный. Ладно. А, это еще не все, серьезно. То есть псевдогигант это чисто один из мутантов на этой точке. Ну а там еще снорки были. Со снорками проблем возникнуть не должно. Я думаю, мы все это понимаем. Ну что, где вы там? После псевдоча, если честно, это просто покажется мне разминкой. Они там... Что вы делаете? Ой, знаете, что я вспомнил? То, что это, скорее всего, не финальная точка. По-моему, сейчас я еще куда-то должен буду пойти с Бюрером сразиться. И это все еще не конец. Да, это жестко. Вот теперь все. И последняя группа тварей. Ёб твою мать, ты не мог более нормальную метку скинуть? Найс метки просто, да, разброс. Так. Нельзя сразу все четыре метки дать, чтобы игрок сам решил, куда ему лучше бежать. Нет, мы отправим вот таким вот... путем. Сначала сюда, потом отсюда будет бежать сюда, потом сюда, а теперь вот сюда. Зигзаги наворачивать какие-то непонятные. Ох уж это искусственное растягивание геймплея. Ладно, 2К12, что я хочу. Ой, найс радиус взрыва. Опять снорки. Найс. Отличный урон. Наверное, потому что у меня броня в хламину, да? Хотя нет, не в хламину. А как он так жестко нанес мне? Что, я прямо с одной тычки лег. И чё, где последний? Засел за камышами? Вот ведь крысёныш, а?
Наконец-то. Надеюсь, награда будет хорошая, потому что я извел просто все патроны, которые у меня есть. Ну, хотя большинство патронов я извел на псевдогиганта, но не суть. Ну что? Что за награда? 8000. Кайф. Ну ты, мужик, конечно, дал. Слушай, ты говоришь, тебе трофеи можно продать? Как вот насчет таких вот трофеев, а? Что ты о них думаешь? Смотри. Опа. На, все забирай. Все. Поднял бабла. Стали другими дела. На этом тогда пока закончим. В следующей серии пойду. Точно. Пойду на базу рассвета. Прям точно, точно, честно, честно. А, мне еще награду за сканеры надо будет получить, да. Или не надо, подожди. Ох, черт его знает. Тем не менее, пойдем к рассвету. Но сначала, конечно, нужно узнать, сломается ли что-нибудь, если я пойду к ним. При том, что у меня висит квест бандитский еще. Вот, если не сломается, то можно будет сходить без проблем. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, вступать в группу. Ссылка в описании. Всем спасибо, все свободны.